Здравствуйте. Приветствую. Приветствую. С праздником. А вы что вы сюда? Все меняешь. Да. Все портишь. Не мог больше вовремя приходить. Надо быстрее. Ретел Марчо. Мы теперь по лицам ходим. Все позировать, да. Да, она снимает просто. Да, она снимает. Вот, там есть. Не жарко? Да, да. Я смахнул, сейчас я жарко. И то как сможет делать. Oh.
посетит среди немощи нашей битвы горани. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого
Боже, очисти на грешке, да помилуй нас. Я Царю Небесному, Отечество, Готовь, есть Твоя Небесная Вся, исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди, и свите уны, очистенные от всякой скверной, спаси блажность нашу. Слава Вышних Богу на земле, мир человецах благоволения. Слава Вышних Богу на земле, мир человецах благоволения. Господи, уснимай отверзшие уста мои, возвестят хвалу Твою. Имя сотворите, Господи, воды Бог, благослови Тебя, святейнейший Бог. Помолись у нас, Господи, Господи, помяни нас,
За усердное служение Матери Церкви указом Святейшего Патриарха Московского Греция Руси Кирилла проиерей Борис Ермаков, настоятель прихода Соборного храма святителя Феофана Затворника, город Новоаннинский, иерей Андрей Усачев, настоятель прихода храма Покрова Божией Матери поселка Панфилово Новоаннинского района, иерей Евгений Ковалев, настоятель прихода храма Покрова Божией Матери хутор Земняцкий Серафимовического района, иерей Сергей Климов, настоятель прихода храма Святой Троицы хутора Березовка Новоаннинского района, награждаются саном проиерея. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе, Боже наш, священство даровав роду нашему, и сего дара и чести благодатины, одеивай и довольны, благоговейно поставили, ежесвященнически правите и иные нижние служители таинства Твоего, сам одей Твоей благодати и собратьев наших. Иерея Бориса, иерея Андрея, иерея Евгения, иерея Сергия, и честностью украси их в начале стояти у свитеров люда Твоего, и добр образ сущим с ним быть их удостой, и со благоговением и честностью во старости добрый, совершите житие благоволение. И всяный, яко благ Бог помилуй, яко ты иси, датель мудрости, и тяпает вся здание во веки веков. Благословен Господь, всебысть, раб Божий, Борис, протопресвитер, Святейшая Божия Церкви Пресвятые Богородицы, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аксиос, достойный. Быстро раб Божий Андрей, протопресвитер, Святейшая Божия Церковь Пресвятые Богородицы, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аксиос достоин. Благословен Господь, и быть раб Божий Евгений, протопресвитер, святые Святейшая Божия Церкви, Пресвятые Богородицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аксиос достоин. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Благословен Господь, всебысть раб Божий, Сергий, протопресвитер, Святейшая Церкви Пресвятые Богородицы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аксиос достоин. Аксиос, 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 празднику Святой Пасхи иерей Дмитрий Дычкин, клирик прихода храма Богоявления Господня городу Кролово,
награждаются правом ношения наперстного креста. А? Аксиус, достой! Праздника Святой Пасхи сего года Иерей Михаил Соловьев, настоятель прихода храма пророка Божия Иоанна Предтечи, награждается правом ношения камелавки. Аксиус, достоин. Праздника Святой Пасхи сего года Иерей Павел Джингателли, настоятель прихода храма святых апостолов Петра и Павла районного поселка Даниловка, награждается правом ношения камелавки. Аксиус, достоин. Праздника Святой Пасхи сего года Иерей Георгий Бердик, настоятель прихода храма святого апостола Андрея Первозванного районного поселка Ленево Жирновского района, награждается правом ношения камелавки. Аксиус, достоин. Праздником Святой Пасхи Иерей Георгий Ермолов, настоятель прихода святаго великомученика Федора Стратилата, награждается правом ношения камелавки. Аксиус, достой! Празднику Святой Пасхи Иерей Василий Татьянин, клирик прихода храма Преображения Господня. Станица Преображенская награждается правом ношения набедренника. Аксиус, достой! Празднику Святой Пасхи сего года иеромонах Иисей Харченко, клирик прихода храма архистратига Божий Михаила районного поселка Новониколаевске, награждается правом ношения набедренника. Аксиус, достоин! Празднику Святой Пасхи сего года иеромонах Давид Береснев, насельник Свято-Троицкого Каменнобродского мужского монастыря, награждается правом ношения набедренника. Аксиус, достой! Yeah.
Thank you.
Святого Евангелия, чтение. Thank you.
Господь, причесновая великолепие мне Твое, Отца и Святого Духа, ныне и пресно веков. Делиться о нашей жизни,
патриархом Московского и всея Руси, и Свято-Троицкий Сергию Лавры Священа Архимандрита, и господина Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и господина нашего Высокопреосвященнейшего Елисея епископа Урюпинского и Новоаннинского, и господина Высокопреосвященнейшего Иоанна, епископа Калачевского и Палатовского, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда и жизнь, во веки веков. Oh,
призывать Тебе небесного Бога Отца и благовати. Сегодня мы с вами слышали послание апостола Павла к Филиппийцам, где он для нашего внимания предлагает те переживания, которые были во Христе Иисусе. И он пишет, он был Сыном Божиим, не похитил это имя, но был подлинным Сыном Божиим, стал человеком. Умалил себя, образ раба принял, в подобии человеческом был и во всем был как человек. Смирил себя даже до смерти и смерти крестной. И послание это начинается следующими словами. Имейте те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. Полнота божественной благодати и любви по отношению к роду человеческому излилась в том, что Бог стал человеком, принял человеческую природу, нашу природу, искаженную, уязвленную грехом и смертью, полностью потерявшую не во всей полноте, но грех, царствующий в человеческой природе, стал давлеть над человеком, и человек стал удобопреклонен ко греху, как пишет апостол Павел. Господь наш Иисус Христос рождается от Пресвятой Девы Марии, придет, принимает плоть и кровь Божественный Агнец от Пречистой Девы. И мы все с вами, приобщаясь телу и крови Христовой, становимся причастниками Его жизни через таинство Христово. Мы становимся сопричастниками плоти и крови, как пишет святитель Феофан Затворник и Пресвятой Девы Марии, потому что она дала плоть и кровь Божественному Агнцу. И мы в едином союзе любви связуем Церковь, главой которых является сам Господь, и с Божией Матерью тоже имеем
такие же сыновние к ней отношения. Тайна тайн непостижимая, глубь глубин необозримая, высота невосходимая, радости земной, торжество непобедимое, ангельски дари носимое над родимою землей, купина неопалимая, херувимы всех честнейшая, без сравнения славнейшая огнезрачных серафим, очистилище святейшее, госпожа всенепорочная, без истления Бога родшая, незакатная звезда, радуйся, о благодатная, ты молитвы влагоросная, живоносная вода. В восхищении и благодарности чувств мы обращаем к Пресвятой Деве Марии именно такие слова, исполненные сыновней и дочерней признательности Деве Марии. Ведь наше естество, отпадшее от Бога, ставшее на путь зла и богопротивления, ведь каждый человек, он помраченный образ Божий, помрачил своей свободной воле, сам я своевольной властью зло из темных бездн воззвал, душу сам наполнил страстью, ум сомнением взволновал. И вот в таком состоянии человека, уже погрязшего в смерти, Господь берет и извлекает его. Мы сегодня с вами чествуем, вспоминаем явление Урюпинской иконы Божией Матери. И она не единственная явленная в мире. На протяжении всей жизни христианского бытия Пресвятая Дева Мария, начиная от момента, когда она благословила свою икону первописателю икон ее, епископу, евангелисту Луки, сказав всем образом: «Моя благодать и милость будет всегда присутствовать». И эти образы, эти иконы, которые явлены во всем мире, они несут связь между небом и землей, между душой скорбящей и озлобленной, милости Божией и помощи требующей. И вот заступница и поручница пред Богом и Сыном Своим является Пресвятая Дева Мария, у престола Божия престоя. Она за каждого из нас молится. Как мы вспоминаем явление во время покрова, когда блаженный Андрей с Епифанием увидели Пресвятую Деву Марию на воздухе стоящуюся и простирающую амофор над всеми собравшимися в храме, и слова ее молитвы были следующие: «Сыне и Боже мой, прими всякого человека, молящегося и в молитве призывающий имя мое». Это является гарантом того, что молитва наша, усиленная и споспешествуемая молитвами Пресвятой Владычицы Богородицы, услышана Богом бывает, потому что она сама бывает поручительница этих молитв, если они ко благу и ко спасению. И вот сегодняшний день можно вспомнить одно из стихотворений, даже вот Есенина: «Я вижу в просеничном платье на легкокрылых небесах идет возлюбленная мать с пречистым сыном на руках. Она несет для мира снова распять воскресшего Христа. Живи, мой сын, ходи без крова, горюй и полнюй у куста, и в каждом страннике убогом я вызнавать пойду с тоской, непомазуемый ли Богом стучит берестяной клюкой.
А может быть, пройду я мимо и не замечу в тайный час, что в елях крылья Херувима, а под пеньком голодный спас. Мы так проходим мимо друг друга, не замечая ценности образа Божия в каждом человеке, не замечая Бога в лице ближнего и дальнего. А Матерь Божия о каждой душе христианской, скорбящей и озлобленной, милости Божией и помощи требуясь, печется и молит у престола Божия о нас грешных. Пресвятая Владычица Богородица, не оставляй нас в своих молитвах. Спаси, Господь. Спасибо, спасибо, Боже. Отец Рустик, как зовут? Сережа.
Освящается молитвой Пресвятой Богородицы.
Мы это чувствуем, мы это с вами знаем. Особенно тот, кто постоянно приходит к ней с молитвой и просит, и мы видим, как наши дела потихоньку, не сразу, но они как-то совершаются. Есть очень хорошая французская пословица: «Все доброе приходит вовремя, но только чуть-чуть попозже». Вот нам надо научиться именно понимать, что все самое доброе приходит тогда, когда это нужно. Не нам, когда нам кажется, именно как нам хочется, а когда на самом деле это нужно. Сегодняшний праздник для нас особенный. Праздник мы еще и посвящаем пятилетию основания нашей Рыцарской епархии, которая была основана решением Священного Синода и Святейшего Патриарха Кирилла в 2012 году. Тут уже прошло 5 лет, мы все с вами вместе, здесь находящиеся, живем в нашей епархии, переживаем все наши радости, трудности и какие-то приобретения, какие-то потери. Все это с вами вместе переживаем. Я вам всем благодарен за ваше участие, потому что оно так вот неожиданно приходит, это участие, не сразу, а потихонечку как-то вот, незаметно. Но смотришь, Господь прибавляет к своему стаду потихонечку, сразу, ну, от одного до другого, до 10 человек. И наша вот такая церковная семья, я надеюсь, становится больше, будет еще больше. Я бы этого вам всем пожелал, и, конечно, большого счастья и устроения личной вашей жизни, потому что от устроения личной жизни устраивается наша общественная жизнь. С праздником! Спасибо. Ваше Преосвященство, 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 Иоанн, отцы, братья и сестры, я очень благодарен Владыке, что раз я пребываю в вашем храме, спасаю в храме Рубинске, где находится чудотворная икона Божьей Матери Рыцарской. И каждый, даже областной город или районный город, может похвастаться такой святыней, чудотворной иконы Божьей Матери. Божья Матерь является заступницей Рыцарской, года 35. Она является нашей покровительницей, отправлением. Вот такую ценность вы имеете и храните в своем городе, в своем храме. Сегодня мы пришли прославить ее образ, чтобы по нашим молитвам Господь даровал нам, наверное, мудрость, твердую веру. И самое главное, наверное, как вот это здесь сказал, что в этом году 5 лет исполняется со дня основания Рюшинской епархии, чтобы Божья Матерь соединяла всех людей, христиан, единое целое, чтобы мы едиными устами, единым сердцем восхваляли Отца и Сына и Сына Божьего, Троицу и насущную неразделимую. Так и мы были едины. Если мы едины, то мы сильны. Не только каких-то материальных средств, но самое главное – в вере. Пусть Божья Матерь вот это помогает вам в несении вашего архиерейского креста. Поверьте, это очень, кажется, с виду, что архиерей – это только мужа, целует его руки. Но архиерей отвечает за каждого священника, особенно когда он это переводит. И многие священники, может быть, в душе не соглашаются с этим, говорят и согласен, но мы должны помнить, что послушание превыше поста и молитвы, что мы должны быть послушны священноначалию, а священноначалие – это Владыка своей епархии.
и все, какие указания и благословения Он дает священникам, мирянам, мы должны выполнять как и принимать их, как просить. Я бы хотел бы вот это пожелать, чтобы Царица Небесная, и Матерь, с которой мы сегодня чтим и любим, покрывала вас всех видимых и невидимых врагов, и чтобы посылала мудрость и верность помощников. Спасибо. Какой воды перестрели, здравствуйте, очень рад приглашению сегодня участвовать в богослужении. И тоже я не первый раз, а именно с тех пор, как поставлен священачальник на кафедру. Калачевские епархии нашего Волгоградского митрополия ежегодно приезжают по приглашению, по благословению вашего Преосвященства сюда. И действительно, это всегда для нас радостное событие, хотя мы празднуем 5 лет вроде бы создания нашей самостоятельной епархии, но здесь мы проявляем всегда единство. И сегодня, как и всегда, здесь служили священники из всех епархий, входящих в нашу митрополию. Вот, даже вот я сегодня встретил благочинного Волжского округа Андрея Александра, который раньше всех обычно приезжает ночью, служит ежегодно из ранее литургии. Это уже стало доброй традицией, что священники из наших епархий на этот праздник съезжаются. Этот праздник в Люблинской иконы Божией Матери является одним из немногих таких объединяющих праздников, потому что это действительно великая святыня не только вашей епархии, но и всей Волгоградской митрополии. Для нас большая честь всегда здесь присутствовать, молиться. Сердечно вас благодарю, Владыка. Вот. И надеюсь, что ваши молитвы вокруг иконы Люблинской Божией Матери простется и на нашу Калачевскую епархию, на всех наших священнослужителей, прихожан, которые с радостью и здесь припадали к этой иконе и принимали этот список образов себя в епархии с вашего благословения. Надеюсь, что не последний раз. Вот. Это такая вот святыня наша общая, я вам очень благодарен. Спасибо, ваше Преосвященство, дорогие владыки, вас, дорогие отцы, братья и сестры. Мне бы хотелось, конечно, передать благословение митрополиту Волгоградского и Камышинского Германа, главы нашей митрополии, поздравления всех с праздником. Сегодня он не смог принять участие, но я знаю, что Владыка всегда старался приезжать 21 июня и совершать здесь божественную литургию, и не чита нам, ходил еще пешком крестным ходом на источник, даже в самую жаркую погоду. Милости хотел бы пожелать Владыке долгое лето, милости Божией, и много и блага ему. Спасибо, Господи. Дорогие мои владыки, братья и сестры, отцы, братья и сестры, я бы сейчас перед началом крестного хода, который уже по традиции у нас совершается, центр города, где ранее находился Вознесенский собор, казачий Вознесенский собор. Там мы совершаем, как вы знаете, сейчас совершаем краткий молебен иконы Божией Матери Люблинской вместе с ним идем крестным ходом. И уже под аркой, которая благодаря тоже казакам Люблинского общины округа, была здесь построена арка, где мы с вами уже традиционно проходим под иконой чудотворной Божией Матери, именуемой Люблинской. А сейчас, мне перед началом крестного хода, хотел бы поздравить и поблагодарить, и наградить участников первого нашего епархиального конкурса чтецов на церковно-славянском языке. Это был первый такой конкурс, не все у нас участвовали, наверное, кто-то хотел. Но я надеюсь, что в будущем будут участвовать еще больше именно наших учеников воскресных школ и ваших детей. Кто у нас?
Грамотно награждается Агеева Ольга, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявшая первое место в младшей группе участников от Урюпинского благочиния. Где она, Агеева? Коробко София, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявший первое место в средней группе участников от Фроловского благочиния. Коробко София, да? Награждаешься. Жасан Анастасия, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявший первое место в старшей группе участников от Новоаннинского благочиния. Аксиос достоин. Награждается Горина Юлия, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявшая второе место в младшей группе участников от Серафимовического благочиния. Дедушка получит. Где внучки, нету ее? Награждается Алферова Анна, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявшая второе место в старшей группе. Аксиос достойный. Награждается Воскресенского Мария, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявшая второе место от средней группы. Аксиос достоин. Награждается Дедюкин Александр, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявший второе место в средней группе. Аксиос достоин. Награждается Еремеева Анастасия, победитель первого епархиального конкурса чтецов на церковно-славянском языке, занявшая второе место в младшей группе. Награждается Беспалова Надежда, победитель первого епархиального конкурса чтецов на церковно-славянском языке, занявшая третье место в средней группе. Аксиос достоин. Награждается Данилин Александр, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявший третье место в средней группе. Аксиос достоин. Награждается Селиванова Татьяна, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявший третье место в старшей группе. Аксиос достоин. Награждается Еремичев Алексей, победитель первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке, занявший третье место в старшей группе. Аксиос достоин. Награждается Заборцева Полинария, победитель первого епархиального конкурса чтецов на церковно-славянском языке, занявший третье место в младшей группе участников. Есть Заборцева Полинария? Награждается Криниченко Татьяна, победитель первого епархиального конкурса чтецов на церковно-славянском языке, занявшая третье место в младшей группе. Аксиос достоин.
Хотелось бы поблагодарить участников этого конкурса, пусть небольшого, но первого. Награждается Горин Симеон, участник первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке в средней группе. Отец Виктор. Отец Виктор. Дедушка-то где? Ну, возьмите. Возьмите. Награждается Быстрицкий Никита, участник первого епархиального конкурса часов на церковно-славянском языке в средней группе. Аксиус достоин. Награждается Просверов Вадим, участник первого епархиального конкурса чтецов на церковно-славянском языке в средней группе. Аксиус достоин. Награждается Ярцева Анастасия, участник первого епархиального конкурса чтецов на церковно-славянском языке в старшей группе. Аксиус достоин. Награждается Прокудин Григорий, участник первого епархиального конкурса чтецов на церковно-славянском языке в старшей группе. Григорий, где ты есть? Постоять. Дорогие мои отцы и братья, мы сейчас с вами ходим крестным ходом к центру города, где по обычаю будет совершаться молебен иконы Божией Матери Выборгской и прохождение традиционное под чудотворным ее образом. Господь с вами. Дорожечный шурок. Идем. Не было и сражения, нет, не было.